Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного – наказать тех, кто сломал ему жизнь. Во время битвы на Марне Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон фон Дорф. Ну что ж, вторая часть, играем за Фредди. Нам хотят поручить взорвать мост. Фредди умеет перекусывать колючую проволоку и разламывать вот такие препятствия. Для начала идем сюда вниз и подбираем позолоченную пуговицу. Серовато-голубые шинели французских войск имели золотые пуговицы, которые порождали немало проблем на поле боя. Они блестели на солнце, выдавая врагу местоположение солдат. Зачастую бойцов демаскировали и ярко-красные брюки. И, кстати, мы забыли взять жетон, поэтому сейчас попробуем вернуться. Не всегда в этой игре получается, если вы пропустили предмет, вернуться и взять его. Вот здесь лежит. Хрен бы кто догадался. Жетон французского солдата. Французским солдатам начали выдавать личные жетоны, солдатские медальоны. На них указывались имя и фамилия бойца, год призыва, место его рождения, а также личный номер. Собачьи бирки, как их иронично называли, использовались для установления личности погибших в боях, после которых ранее всегда оставалась масса неопознанных тел. А многие солдаты попадали в категорию пропавших без вести. Погнали дальше. Так, берем бомбу и закидываем ее вот сюда. Как вы понимаете, если бы мы пуговицу не взяли раньше, сейчас бы у нас это не получилось. Тут пробегаем, тут ничего интересного нет. Берем теперь бомбу, кидаем вот сюда. Ждем, пока пулеметчик отстреляется. И ломимся наверх. Нам нужно спуститься вниз. Внизу стоит немец с ружьем. Если мы берем, кидаем, да хоть в него прямо, он падает, мы спускаемся, все это долго. И чаще всего, сложнее всего, если бросать бомбу, подгадать момент, чтобы вырубить его. Поэтому берем вот этот металлический блок. Кидаем куда подальше. Он идет смотреть, что там такое. И сзади вырубаем его. Спереди это сделать довольно-таки проблематично. Для начала идем. И где-то вот здесь, где-то здесь. Вот она, карта. Штабная карта. Совершая маневры на сельской местности, солдат Первой мировой не мог, подобно современным бойцам, использовать спутниковую навигацию. В его распоряжении были лишь компас и штабная карта. Задачи по ориентированию возлагались в первую очередь на офицеров и унтер-офицеров. Мы пошли выполнять задание. Взорвем нахрен этот мост. К ебене! А
Отлично, бум. Поднимаемся наверх. Наверх. Смотри, а бомба до сих пор здесь лежит. Можно взять бомбу. Но граната мне больше нравится. Берем гранату и закидываем ее вот сюда. И у нас получается мост, по которому мы можем перейти. Далеко не ловимся. Здесь лежат две вот полосочки. Это не просто полосочки. Это немецкие гильзы. Как для обычных, так и для тяжелых германских пулеметов использовались патроны одинакового калибра. Аналогичными боеприпасами заряжались и стандартные винтовки, стоявшие на вооружении немецких войск. Лишь патроны для пистолетов Маузер, выдававшихся офицерам, имели меньший калибр. Так. Сбиваем лестницу. Лезем наверх. Когда он перезаряжается, спрыгиваем вниз. Ждем перезарядки и перерезаем, перекусываем проволоку. И закидываем нахер к нему гранатку. Проломили потолок и вторым выстрелом. Вали оттуда. Возьмем на всякий случай с собой еще одну, чтоб не бегать потом. Ломаем. О, барон. Барон фон Дорф. Выход завалило. Можно попробовать, конечно, кинуть в него гранатой. Хотя нет. Нам же надо сначала лестницу. Кого увидел? Нет никого. Теперь берем гранату. Можно попробовать гранатой кинуть. Но обычно это не имеет результата. Он даже не услышал. Поэтому будем кидать вином. Блин, как же у него кинуть-то? Вот отсюда, если. Кидаем, пока он идет смотреть. Поднимаемся наверх. Бежим и вырубаем. Не торопимся. Здесь нам нужно взять еще один предмет. Это платок с вышивкой. Льняное белье очень ценилось на фронте, поэтому на нем часто вышивались инициалы владельца. Несмотря на расхожее мнение, вышивка в те времена не была исключительно женским занятием. Многие военнопленные коротали за ней время. Так, у нас тут куча фруктов. Что нам нужно сделать? О, там что-то еще лежит. Еще последний предмет. Для того, чтобы
убрать фрица, который стоит. Берем помидор и кидаем в колокольчик. Поднимаемся наверх. Вырубаем одного. Забираем открытку. Письмо германского солдата. Дорогие родители, у меня все отлично. Погода тут хорошая. Надеюсь, в Бад-Дюркхайме у всех все хорошо. Мы быстро продвигаемся вперед и уже скоро будем в Париже. Какой сувенир вам привезти? И идем вырубаем еще этого. Все, мы все зачистили. Всех вырубили, но барон фон Дорфа мы так и не поймали.